Жилищный кодекс перепишут. Минрегионразвитие составил ряд поправок практически к каждому положению документа. О грядущих нововведениях сегодня говорили в городской администрации. Здесь прошел практический семинар для управляющих компаний и ресурсоснабжающих организаций. Его провела член рабочей группы при Минрегионе по реализации и изменению норм жилищного законодательства Ирина Маликова. Нововведения вступят в силу только с января 2014 года и лишь в том случае, если их одобрит Государственная Дума. Так, например, потребитель сможет сам актировать нарушение качества предоставляемых услуг в том случае, если специалист управляющей организации не явится для их устранения в оговоренные сроки. А вот сроки сдачи показаний по индивидуальным приборам учета могут упразднить. Жителям многоквартирных домов просто предложат в течение полугода платить определенную сумму, а затем по истечении 6 месяцев делать перерасчет. Нормативы водопотребления могут снова поднять, а вот рост тарифов на ЖКУ, напротив, обещают сдерживать в пределах 6%. Стоит отметить и ряд изменений, которые коснутся общих собраний собственников. Если сегодня требуется на собрание более 50% собственников, а для принятия решения более 2/3 голосов собственников, то хотят упростить до проведения собраний путем конференций. То есть конференция – это значит, избирается любое количество делегатов, вплоть там 3-5 человек, которые будут уполномочены двумя третями собственников для принятия решений. И практически вот эти люди смогут применять все нормы по собранию для того, чтобы решать.